Мощный снежный шторм обрушился на столицу США. В Вашингтоне сегодня отменены занятия в образовательных учреждениях. Местных жителей призывают не выезжать на дороги без особой необходимости. По прогнозам, за несколько часов в городе выпадет до четверти метра осадков. Ранее снегопады захватили штаты Миссури, Канзас и Вирджиния. Там деревья не выдерживают тяжести под снегом. В Колумбии высота снежного покрова за день достигла почти 30 сантиметров. Такого не было последние 100 лет. Из-за падений травм получили около 50 человек, еще пятеро погибли в ДТП.